Его жизненный путь – пример истинного служения Родине. По его биографии можно писать книги и снимать фильмы. Василий Рогов – ветеран Великой Отечественной войны, пограничных органов ФСБ, капитан первого ранга в отставке. Сегодня известному сочинцу 95. Капитана Рогова сегодня приветствовали в Сочинском колледже искусств. Там для него подготовили большой праздничный концерт. К десяткам наград, которые украшают парадный китель ветерана, сегодня добавилась еще одна – признание и почет сочинцев. Настоящий наш земляк, ветеран войны, ветеран вооруженных сил, человек, которым по праву гордится весь город. Сегодня Василий Адамович очень интересуется происходящим вокруг, демонстрирует прекрасное чувство юмора, оптимизма и жизнелюбия. Василий Рогов – человек уникальный. Снова и снова звучало в поздравлениях со сцены. На фронт он ушел на 8-й день войны и был переброшен на Дальний Восток. Потом была Югославия, ранение. Именно за бои в этой бывшей республике Рогов получил орден Красного Знамени. И только спустя 70 лет – документ, подтверждающий его вручение. В общей сложности военной службе Василий Адамович отдал 47 лет. А сейчас общественная работа. Председатель погранично-морского собрания, член президиума погранвойска нашего города. А еще он занимается патриотическим воспитанием и сам продолжает воспитывать своих детей, внуков и правнуков. «У меня крепкая семья», — говорит Рогов. Когда закончила школу, я уезжала и жила в Санкт-Петербурге 49 лет. И вот уже второй год здесь мы с мужем живем, чтобы быть поближе к отцу. Ну а рука об руку с ним последние годы идет Валентина Хрещева, вторая жена, тоже ветеран войны. Но судьба свела их только спустя полвека после ее окончания. Вот уже... Сколько мы? 23 года уже вместе и думаем до конца уже друг друга поддерживать. В свои 95 Василий Рогов по-прежнему полон сил, оптимизма. С его лица не сходит улыбка. Секрет долголетия, говорит ветеран, это спорт и здоровый образ жизни. И, конечно, любовь. Сегодня у него две главных мечты – погулять на свадьбе своих правнуков и встретить 100-летний юбилей. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ВКТ.